вплотную начал этим заниматься в прошлом году. Ну, честно говоря, такое ощущение, что я в этом всю свою жизнь. Потому что это семейное дело, от которого я постоянно пытался отгородиться, сбежать куда-нибудь подальше, показать свою независимость и так далее. Вот. А в прошлом году я понял, что пришло время вернуться к корням. О самой профессии столяр я много рассказать, наверное, не смогу, потому что сам таковым не являюсь. Вот. Но работать с деревом лично мне нравится. И когда есть свободная минута, я часто возвращаюсь в цех, и так как знаком в любом случае со всеми станками, с оборудованием, беру что-нибудь и делаю. Это как своего рода медитация. Задача любого бизнеса, по-моему, это удовлетворенный клиент. И бывает так, что 100 человек ушли довольные и счастливые, а один недовольный клиент – это та самая ложка дегтя, которая может испортить все. И помимо предыдущих дел, которыми я занимался, также и в этом бизнесе я стремлюсь к тому, чтобы все клиенты были довольны нашей работой. Все профессии важны, все профессии нужны, знаете. Вот я согласен с этим и считаю, что какой бы профессией человек ни занимался, каким бы делом он ни был занят, главное, чтобы это приносило ему радость. Если это приносит ему радость, то и работа его делается на все 100. Я начал заниматься фокусами в 13 лет. Пришел в студию, которая была организована на базе школы, провел первое занятие по фокусам, и на этом занятии я узнал несколько секретов фокусов, и такое ощущение сложилось, что я знал какую-то секретную информацию, которую не знал никто из окружающих меня людей. И вот именно это чувство какой-то секретности, которую я именно знаю, оно дало мне толчок к дальнейшему занятию фокусами. Фокусник-иллюзионист – это прежде всего артист. И, наверное, это самое главное в этой профессии, потому что любой даже какой-нибудь мелкий фокус, если ты сделаешь это очень качественно и артистично, то может поразить и удивить гораздо больше какого-нибудь глобального иллюзиона, который будет сделан не артистично. Ну и, конечно же, мне очень нравится получать те эмоции от зрителей, которые они отдают мне, когда я показываю им трюки и фокусы. И это, наверное, тоже очень главное. Очень главное. Ну, я на самом деле не могу сказать, что у меня есть работа. То есть на самом деле фокусы – это часть моей жизни, в которой я живу просто. И вот эти выступления, и вообще все мое занятие фокусами – это просто часть моей жизни, которая, ну, никуда не денется и в которой я не хочу отходить. Поэтому, ну, как сказал какой-то очень крутой человек, которого имя я забыл, то есть ты просто выбери дело, которое ты полюбишь, и ты не проработаешь ни дня. Вот, наверное, у меня так и есть. Я могу, наверное, сказать так, что фокусник – это не то чтобы мое призвание, это, ну, как бы так выразить, это моя суть, моя сущность. Не в том плане, что я люблю обманывать людей, а именно в том плане, что я
люблю их удивлять. И то есть суть моей работы в том, чтобы я удивлял их, а не обманывал. И, наверное, это и есть моя суть фокуса. Что меня вдохновляет? Люди и их неповторимые характеры. История жизни вдохновляет сама жизнь и любовь. Наблюдая, я вижу необыкновенное в самом обыденном. Герои и сюжеты не придуманы, а образы и ситуации знакомы и понятны. В основе моего творчества — рисунок. Линия характера в графике, линия цвета в живописи, линия света в витраже. Лаконизм мышления, строгий отбор художественно-выразительных средств позволили мне выработать своеобразную живописно-графическую манеру, органичную для тех видов искусства, в которых я работаю. Искусство для меня и есть сама жизнь. Изображая внешний облик, я погружаюсь во внутренний мир. Схожесть с натурой, конечно, может быть разной глубины проникновения в ее духовную суть. Самое главное — это найти контакт, создать невидимую объединяющую ниточку между художником и натурой. Найти ту особенность, именно ту черту, которая ляжет в основу картины и создаст неповторимый образ. Но дело еще и в другой красоте. В красоте цвета, линии, композиции, живописной или графической, авторской манере исполнения. Каждая картина уникальна и, безусловно, неповторима. Для меня живопись — это своего рода диалог, в котором через пластические формы на холсте я передаю впечатления, характер, внешние и внутренние черты, а иногда и целые истории жизни человека, огромной страны или крошечного города с его извилистыми улочками, похожими на линии человеческих судеб. Так на свет рождаются произведения с уже своей историей. Картины оседают в частных собраниях, музеях, путешествуют по выставкам, некоторые хранятся в моей мастерской. А самое ценное, что мое творчество находит отклик в сердцах людей.